действительно супербой, как их называет Кайрат Мусаев, Абдразак Улу без остановки отработал первые две минуты поединка и не оставил ни единого шанса своему оппоненту. Ну и мы смотрим дальше в продолжении вечера. Турнира WEF Pro Fight 21 в городе Джалалабад. Ждут второго бойца. Итак, поприветствуем России в октагоне. Эмиль Беков, Азат, судья национальной категории. Бойцы по углам. Итак, поприветствуем бойцов аплодисментами. Перед вами весовая категория 66 килограмм. Боец в красном углу, слева от меня. Его рост составляет 175 сантиметров. Мастер спорта по боксу. Команда «Мангуст». Тренер Тугизбаев Мансур. Наманган, Узбекистан. Ему 22 года. Встречаем. Абдураимов Рустам! Его соперник. Весовая категория 66 килограмм, рост 175 сантиметров. Чемпион WF Pro Fight, АФК, чемпион Орманхана, обладатель Кубка Орманхана, мастер спорта про ММА, команда Кыргызата, тренер Мырзайдар Алиев. Уроженец Джалабадской области, Тогуз Торо, встречаем Сайтир Баймурга! Бойцы в середину. Бойцы, напоминаю правила. Затылок не бьем, позвоночник, до шорки, до сетки не хватает. Работаем три раунда, удачи, огонь, позвон. Очередной раз узбекский боец против кыргызского. И довольно интересно будет посмотреть за этим противостоянием. Сайтиев, боец, который не единожды уже участвовал на турнире World Air Taimash Federation и не имеет в своем активе победы. 66 килограмм, вес 175 сантиметров. Рост у обоих оппонентов идентично друг другу. Ну и вот то, что интересно и действительно бросается в глаза, Абдраимов Рустам является мастером спорта по боксу, парень из Узбекистана. А мы знаем, насколько хороша узбекская школа бокса, любительская. Ну и, собственно, оттуда выходило очень много достойных бойцов, олимпийских чемпионов, чемпионов мира. Насколько серьезен уровень стойки у Абдраимова? В связи с этим хотелось бы посмотреть. Пока без особых активностей мы видим, что по-боксерски скорее отплясывает Абдраимов в октагоне. Очень много бегает вокруг своего соперника. Ну а Сайтиев отвоевал себе центр октагона. И, собственно, меньше действий, но КПД куда полезнее. Несколько лоу-киков уже прошли. Ну и похоже, что Рустам ждет момента, чтобы атаковать. И вот, собственно, первый выпад с его стороны. Мастер спорта по боксу против мастера спорта по ММА. Интересно, чья возьмет. Конечно, за Сайтиева местная публика и родные стены, является он уроженцем Джалалабадской области. И в этом смысле настрой у него на порядок выше, я думаю, чем у узбекского оппонента. Здесь пропускает хороший лоу-кик Сайтиев. Показалось мне, что он между ног добивал, но в итоге все обошло. Нужно уже начать что-то предпринимать.
как одному, так и другому. Но первым номером скорее работает сейчас кыргызский боец. Ищет момент, но вот в этом размене минимальном все-таки Рустам. Действует очень резко. Продолжается бой. Минуту 50 еще работать в первом раунде ребятам. Ну и вот, собственно, очень много лоу-киков. В какой-то момент все-таки своего оппонента между ног Абдреймов задел. Ну, нужно сейчас посидеть. Понятно, что приостанавливает таймер судья. Ну и бой продолжается. Так, где-то секунд 20 прибавим мы к итоговому времени. Настолько занимала пауза в связи со сложившимся эпизодом. Первый хайкик в этом раунде на моей памяти. И вот ответочка. Абдреймов показывает, что тоже умеет. Пытался здесь зайти в поймать оппонента. Не удалось. И начинает уже публика требовать активности от бойцов. В первую очередь, конечно же, от кыргызстанца, от своего земляка. Ищет возможность для атаки Сайтеев. Вот сейчас нашел. Закончился первый раунд. Ну и, собственно, первый раунд завершается. И трудно сказать, кто был в этом раунде лучше. Да, чуть активнее действовал Сайтиев, но у Рустама тоже были моменты, в которых он попадал. Айдар Ечекси, негизги чемпиондук беттештер, бул беттешеден кейин болмокчу. Аба райына жараша, ошондуктан жаштан котуп келиңиздер. Второй раунд нашего противостояния. Да, проанонсировал Карат Мусаев, что вслед за этим боем уже начнутся чемпионские поединки, хотя должно было быть все-таки чуточку позже, но в связи с погодными условиями, видимо, сильный ветер, и потихоньку все стремится к тому, что пойдет дождь. Дождь действительно может помешать всем планам. Второй раунд продолжается по сценарию первого. Никто не хочет переводить бой в партер. Оба любят действовать в стойке. Ну, от узбекского бойца это ожидаемо. Все-таки он мастер спорта по боксу, а не по борьбе. Может быть, стоило сойти его, как раз воспользоваться этим и попытаться выиграть в партере. Ой, хороший удар. Отлично, справа навесил сейчас. Попал. Нужно продолжать в том же духе. Да.
Ну и пока бой смотрится абсолютно безидейно. Разведка уже должна была закончиться в первом раунде, но до сих пор ни один из оппонентов не может найти ключи к своему противнику. Вот пошел размен. Давайте, давайте, парни, хотим зрелищного боя. Но опять все не развивается дальше. Пару выпадов. Здесь неплохой прямой был от Абдраимова. Чувствуется боксерская школа. Но Сайтиев непрост. Увернулся. Загнал вроде бы в угол. Хороший хайкик. Но увернулся, в свою очередь, узбекский боец. Очередной лоу-кик в его исполнении. Пока отвечают ударом на удар. Но все это в ноги. Но здесь хорошая стычка произошла. Так и что? Очередная пауза. Видимо, выпала капа у Абдраимова. Да, действительно, так и есть. Опять пауза, как в первом раунде. Ну и, собственно, бой продолжился. Хороший хайкик прошел. Встрепенулась публика сразу же. Супер бою подготовиться. Аджибаев Санджар. Акбаров Дильмурод. Итак, дорогие дамы и господа, после этой встречи будет супер бой. Акбаров Дильмурод Аджибаев Санджар. Подготовиться. Ну и, собственно, вы сами все слышали. Следующий поединок. Аджибаев Санджар против Акбарова Дильмурода. Бой за титульный пояс турнира UFC Pro Fight. Мне будет интересно за этим понаблюдать. По крайней мере, надеемся, что бой будет гораздо динамичнее, нежели этот. Опять отработали бойцы, как на тренировке. Второй раунд. Побегали немножко друг друга, поразминали. Ну и пытаются сейчас все подбодрить, и публика, и секунданты. Но мы видим, что никто не хочет рисковать. Закончился второй раунд. Второй раунд подходит к своему завершению. Аджибаев Санджар. Акбаров Дильмурод. Ну и, честно говоря, как судить этот поединок, мне пока непонятно. Возможно, в третьем раунде бойцы покажут что-то интересное. Будем на это надеяться. Особенно ждем активных действий от Сайтиева. При родной публике мы видим, что пошел легкий дождик. А весной погода везде достаточно капризная. Вы видели, какой проливной дождь был в предыдущем турнире в поселке Акжар. Здесь жалуется Абдраимов на то, что мокро на настиле. Но что поделать, против погоды не попрешь. Все в равных условиях, а здесь шикарно. Поймал за ногу оппонента, еще и встретил хорошим боковым. 40 секунд третьего раунда, и уже куда жарче, нежели в первых двух. Похоже, что именно дождь взбодрил. Ну да, теперь настил буквально как лед, конечно. И скользить здесь будут все.
А что тут? Похоже, что Рустам как-то задел глаз Сайтиева. Видимо, пальцем. И сейчас очередная пауза в этом противостоянии. Выходит в октагон медицинская бригада. И, собственно, услышим мы через несколько секунд вердикт. Продолжится ли поединок или же завершится победой Рустама Абдраимова. Дождь действительно уже очень-очень темповый, такой, скажем. И если все продолжится в том же духе, в скором времени настил будет максимально залить водой. Я думаю, даже сейчас уже бойцам передвигаться тяжело. Вот мы видим, как идет, скользит нога. Это требует дополнительной стойкости в координации. Бой с тенью своеобразного Абдраимова. Итак, зрители, замечание обоим бойцам. По минус баллу за пассив. Биу Пайдан минус. Ну да, собственно, на протяжении всего поединка продолжаем бой. Оба бойца не предпринимали активных действий. И этот минус балл за пассивность действительно справедливое решение. Посмотрим. Уже и дождем пытались взбодрить. И замечанием от судей. Оба в равной ситуации. И последние 2 минуты должны использовать по максимуму, если хотят выявить победителя. Да, нужно и Азату Эмильбекову, судье, почаще пытаться взбадривать бойцов. Активнее, бойцы, активнее. Волчат раз. Включается Карат Мусаев, подбадривает он и бойцов, и публику. Но пока активность скорее визуальная. В драку это никак не переходит, а вот здесь. Уронил Сайтиев оппонента, но не стал набрасываться на него. Тяжело проводить хайкики, когда твоя опорная нога скользит. Прекрасно понимаем. Ну что, оба в равных условиях, и придется драться так, как есть. Еще 45 секунд в третьем раунде. Но, возможно, это то время, когда уже пора. Да, кстати, лоу-кики работают все лучше и лучше сейчас. Приходится думать о координации обоим спортсменам. Очередной выпад мимо. Еще 15 секунд в третьем раунде. Ну, давайте, ребята. 10 секунд. Тяжелейшее решение придется принять судьям по истечении этого поединка. Ну и похоже все. Определенное расхождение в секундомере, но здесь, понятное дело, была пауза во время остановки. И когда произносили вердикт, он минус баллов. Ну и будет довольно интересно сейчас узнать, кто же именно окажется победителем в этом бою. Скажу вам честно, не в обиду ребятам, но победы не заслужил ни один боец. Бой был очень вялый, и смотреть 15 минут на все это было довольно мучительно.
Мы уже видим, потихоньку вышли люди. С минимальным преимуществом победу одержал боец синего угла, команда Дагестана.